Девятый десяток отмечает Московская область в этом году. И в рамках рубрики «90 лет Подмосковью» мы рассказываем о больших событиях округа. Более 50 лет в дошкольном образовании, 37 из них в детском саду номер 94. Посвятив свою жизнь воспитанию дошколят, Тамара Сидорова вышла на заслуженный отдых. Наша съемочная группа поговорила с новоиспеченной пенсионеркой о планах на будущее и узнала секрет слаженной работы в коллективе. Свой последний день на работе заведующая Тамара Михайловна начала с привычного обхода. За всем уследить, подготовить сотрудников и кабинеты – дело не быстрое. Кому-кому, но не ей. Следить за своим вторым домом она уже привыкла. В 94-м детском саду Тамара Михайловна проработала 37 лет. У истоков детского сада начиналась моя работа. Я работала сначала воспитателем, потом завхозом, и потом меня перевели заведующий детским садом. Я стала работать, возглавлять коллектив свой. Руководитель должен быть требовательным, но любить свой коллектив, требовать нужную работу, чтобы воспитатели ценили свою работу. Организовать работу в маленьком женском коллективе непросто. Но, как признаются коллеги, Тамара Сидорова стала для них надежным другом и мудрым советчиком. И так как Тамара Михайловна переживает за своих сотрудников, то, как она организовывает работу, то, как она решает все текущие моменты, это стоит отдельного разговора. У Тамары Михайловны огромное доброе сердце. Она всегда очень чуткая, заботливая, нежная. Всем бы такого руководителя, как наша Тамара Михайловна. Желаю ей женского счастья, здоровья, улыбок и всего-всего самого наилучшего. Провожали коллеги свою любимицу весело и шумно, стихами, танцами и песнями собственного сочинения. Присоединилась к воспитателям и начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина. От лица главы округа Владимира Ружицкого она вручила Тамаре Сидоровой знак отличия «Благодарю». Тамара Михайловна во все времена справлялась с работой просто замечательно. Никогда не было лишних вопросов, всегда было полное взаимопонимание. Вдумчивость, всегда был позитив в работе. Жизнь после выхода на пенсию не заканчивается. Как признается Тамара Михайловна, дел у нее накопилось много. Но самое приятное – посвятить себя семье и любимым внукам. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.